вы уж думаете, сука, он от дерева или от чего-то еще? Хотел поиграть в любимую фифу, а у тебя нет монет? Не расстраивайся. Покупай монеты и аккаунты у Алексея Алалаева. Быстрая доставка и низкие цены. Ссылочка в описании. Всем футбол, дорогие друзья, с вами Денчик Фломастеров. И сегодня у нас подъехала сборочка состава. И разрешите мне представить этих нереальных, неудержимых, великолепных бестов. Что же в них такого крутого, вы скажете, ребята? Просто присмотритесь внимательнее. Все равно не видите. Наверное, это потому, что заключается наша сборочка сегодняшнего состава в фамилиях этих футболистов. Хуизинг, Гандольфи и Девил. Это я назвал только наших двух центральных защитников и вратаря. Да, ребята, у нас сегодня вот такая вот интересная сборочка состава с игроками, фамилии которых действительно звучат достаточно интересно на русском языке. Ну, давайте начнем, собственно, с нашего вратаря. Кристиан Дебил. Кристиан Дебил, ну, просто вельский вратарь Кристиан Дебил. Наш великолепный правый защитник – это Ланре Оебаньо. Оебаньо Ланре. Вот у нас на правом защитнике стоит. Один из наших центральных защитников – Хавьер Гандольфи. С ним в пару в центре защиты стоит Вильям Хуизинг. Ну и, конечно же, наш левый защитник – это Патрик Мразь. Вот, Патрик Мразь тоже с нами, ребята, все здесь, собственно, защита у нас получается очень даже мощная. Патрик Мразь, Вильям Хуизинг, Хавьер Гандольфи и Ланре Оебаньо вместе с Кристианом Дебилом будут, собственно, оборонять наши ворота и не пропускать соперника к ним. Постепенно мы переходим к центральной линии, и здесь нас ожидают не менее брутальные персонажи. Например, вот этот парень с веселой прической Бастиан Херри. Всеми нами любимый из 14-й FIFA, кто играл, тот поймет, Бенуа Педретти. Да, ребята, Педретти всех нас запедретил в 14-й FIFA, и он возвращается теперь к нам и в 16-я, она же сейчас 16-я FIFA, я совсем забыл, играй красиво. Да, конечно же, Бенуа Педретти, он тоже с нами. Донг Сук Ким, ну вообще у него на карточке просто написано Сук, а вы уж думаете, Сук он от дерева или от чего-то еще. Ну и переходим мы постепенно к нашим нападающим. Ну и конечно же, я не мог никак не поставить на правый фланг Мустафа Дурака. Я понимаю, что фамилия не склоняется, но Мустафа Дурака мы ставим на правый фланг нападения. При всем моем бесконечном уважении к Жене Коноплянке, он тоже попадает сюда, в эту сборочку состава, благодаря своей фамилии. И наш нападающий это Ариэль Нахуилпан. А, Нахуилпан. Ну, разница от этого не меняется вообще ни разу. Такой у нас, ребята, блестящий, неудержимый состав. Но я человек продуманный, я знаю то, что нужно делать замены. И поэтому, ребята, наша скамейка запасных. Это ебош. Это ебош. Это даже не просто ебош, это яу ебош. Яу ебош, вот так вот. Этот парень 97-го года рождения, он на 5 лет младше меня, будет у нас в запасе. Абу Ого-го. Тоже с нами. Тиму Пуки. Бартос Капустка. Капустки не хотите? Том Поппи. Микаэль Ишак. Представляю, если бы в школе у кого-нибудь такая фамилия у нас в России была. Ой, не позавидовал бы я ему. Янус Гол. Итак, у нас гол. У нас гол идет вперед. Гол идет вперед. Гол забивает гол. О боже. И вот таким составом, ребята, прямо сейчас мы найдем с вами соперника и покажем ему, что вот этот офигенный состав, наша команда называется ЗБС Пацаны, вот, и это действительно так, ну, в общем, будем сейчас тащить. Ребята, поехали, найдем соперника. Ну что ж, друзья, нашли мы соперника, и наш соперник это хорошая серия А. Ну что же, наши бравые бойцы, я думаю, готовы к этому матчу, готовы к этому противостоянию. И прямо сейчас они покажут, насколько же они брутальны. Особенно вот этот вот парень с красными волосами.
Пас на Педретти, Педретти на Хуилпана, на Хуилпан дальше на Коноплянку, и Коноплянка не было офсайда, забивай гол. Нет, все-таки офсайд был, но первый момент мы так или иначе создаем. Дурак, это кто у нас? Это Педретти первый! Как нет, Педретти, ты что? Что сейчас было, Педретти, ты как это вообще могло быть? Заброс, и здесь дебил. Ой-ой-ой, дебил по-дебильному как-то. Ты сыграл опять как-то по-дебильному абсолютно играешь. Но, в принципе, наверное, это свойственно дебилу. Дебил, зачем ты вышел, дебил? Ты просто дебил. Ну, я не выходил за дебила. Коноплянка, Педретти, Нахуилпан. Нахуилпан? Нахуилпан? Да Буфон, хорош, Херри! На тебе, получай и распишись. Да, Буфон же не может все тащить. Вот так вот он отбил перед собой. И Херри тут как тут. Давайте посмотрим на его прикольную прическу. Пипец он рыжий. Херри, Херри, Бастиан Херри. Хорош, чувак, хорош. Мразь, 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 ты что делаешь? Мразь, мразь, ты дурак, мразь. Я, конечно, здесь дебила не буду винить, потому что дебил-то он на то и дебил, чтобы пропускать в воротах. Но мразь сейчас, конечно, не догнал. Не догнал он сейчас абсолютно. Куда он убежал вообще? Зачем он в центр убежал? Мразь, ты дурак что ли? Ты дебил что ли? Женька Коноплянка может и реализовать, если... Хорошо, мячик полетит, и он летит. Да Буфон, ты затрал уже меня тащить. Хватит. Давай, 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 Женя, 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 входим, входим. Женя в штрафную. Буфон, забивай, дурак. О, блин, Буфон просто задолбал меня уже тащить. Серьезно, я не знаю, как он это делает, но он просто стоит намертво. Вот почему? Нахуилпан? Нахуилпан? Давай, давай, давай сам! Да ты задолбал уже, серьезно! Ну как можно вообще забить этому Буфону? Как можно забить этому Буфону, если он вообще не пропускает ничего? Судья просто придумал это пенальти на самом деле. Дурак закосил под дурачка и в итоге заработал пенальти. Очень интересная ситуация. И сейчас, конечно же, Женя Коноплянка... А, у нас Педретти бьет. Ну я тебя понял. Так, не Нахуилпан, ну пожалуйста, давайте пускай Коноплянка бьет, алло. Вот, Женя Коноплянка у нас сейчас должен будет попасть по зеленой линии, самое главное, и забить, да, 2-2. Ну, это уже по справедливости должно было произойти, потому что мы играем реально лучше, чем соперник, и... В итоге сейчас хоть с пенальти мы забиваем. Спасибо судье за нарисованный пенальти. Потому что до этого Буфон тащил такие вещи, то что я лучше промолчу. Потому что обещал сегодня не материться. Ну замечательно, мы сейчас еще и вылетим. Что у вас, ребята? Ребят, перед тем, как мы продолжим, хочу всем посоветовать канал реально интересного начинающего фифера, которого мы не можем обойти стороной. Отличные ролики и идеи, действительно интересная подача, хороший монтаж и многое другое ждет вас на канале Бердмана. Так что уже нужно перейти по ссылочке в описании и подписаться на канал Бердмана. Итак, друзья, мы нашли соперника, играем мы против арабской лиги, против арабов в большинстве своем, наверное, потому что мы играем сейчас против настоящего араба. Оу, ебанью, оу, ебанью, на дебила давай пас. Так, ну все, дебил, дебил явно ошибки никакой не допустит. Чуваки, давайте вместе и дружно скажем, кто наш вратарь? Да. Дебил! Дурак на Херри. Нет, это Нахуилпан снова. Снова Нахуилпан, снова Коноплянка, снова сук. Снова Нахуилпан. Нахуилпан сам. Нахуилпан сам. И Коноплянка. Женя Коноплянка не подбирает мяч. Коноплянка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не давай, не давай, вставай! Ну, мяч у тебя, Женя, что ты делаешь в штрафной? Давай, забивай! А, фантастика какая, какой сейф он сделал. Так, это у нас Хуизинг. Хуизинг, давай, Коноплянка, Женя. Отлично, Хуизинг отыграл с Коноплянкой. Коноплянка должен сам все сделать сейчас. Ой-ой-ой, в защитника мяч попадает. Как обидно. Педретти, удар! Ну, правильно, надо по балде лысый нахуеплану. Нахуепланить немножко было сейчас. Молодец, Педретти, все как надо сделал. Коноплянка, Женя, входим в штрафную, входим. Нахуеплан! Нахуеплан! Ну да ты чё? Да ты чего творишь?
Ты чё, оборзел нахрен совсем? Нахуй план тебя просто! Просто порвём тебя, нахуй план! Вот так вот. Просто, ну смотрите, какой батька, нахуй план, посмотрите на... Просто смотрите на него, не знаю, он батя. Он батя, вратарь такие два сейва сделал, пас на нахуй плана делает соперника, и нахуй план с левой ноги, ну просто на! Хуй план. Да, молодец, чувак, ты меня радуешь. Дурак на коноплянку. И коноплянка дальше на дурака. Дурак пробрасывает мяч. Давай, дурак, борись. Дурак, дурак, дурак. Какой ты дурак, а? Коноплянка, коноплянка, конопляночка моя. Вот он, вот он, вот он, вот он я. Вот он я, Женя Конопляночка. Пяу. Это 2-1. Ну, Юджин не мог у нас не забить. Просто не мог. Евгений. Коноплянка. Дурак. И это у нас Хуйзинг! Хуйзинг мог забить гол. Хуйзинг не забил гол, потому что он центральный защитник. Сук, 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 давай, 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 давай. Молодец, сук. Давай, 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 сук. Давай, зовись Казахстан. О боже, ты не забил сейчас гол. Хуйзинг, 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 Хуйзинг. Давай, стань лучшим игроком матча. Только дебилу мяч не давай, пожалуйста. Он его выбивает, не пойми куда. Вот это очень плохо. Вот это настолько плохо, что я даже не знаю, на сколько баллов это плохо. Но тут без шансов было. Тут было без шансов. Оставлять один на один игрока нападающего соперника с нашим дебилом, это... Ну, это приговор. Давайте мы выпустим Пуки, потом мы выпустим Ебош вместо Пидрети. Ладно, снова входим, снова входим. Ах ты ж кидок. Ну, что это за... Это совсем ненормально. Два матча просто по разрывам соединений. Сначала у меня интернет обрубился нахрен, теперь у соперника хрень какая-то. В общем, ребята, я хочу сказать, мой вердикт, то что этот состав у нас офигительный. Сейчас у меня все прогрузится, я вам его покажу. Этот состав, ребята, просто офигительный. Два матча мы за него сыграли, в принципе, два матча мы соперника катали, катали как котенка. И если, ребята, у вас есть друг, над которым вы хотите очень круто прикольнуться, и он плохо играет в FIFA, соберите этот состав. Соберите этот состав и просто покажите свое доминирование над ним. Ребята, спасибо большое моей команде. Спасибо большое вам за просмотр. Впереди вас ждет большой привет. Ну, а сам сквад-билдер у нас на сегодня закончился. Итак, друзья, время больших приветов. И первый большой привет идет Сураджу Сангинову. Большой привет, Вячеслав Доброяров. Большой привет, Никита Катарабай. И большой привет, Владимир Майский. Ребят, если вы тоже хотите получить большой привет в следующем ролике, то все, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этим видео на YouTube и поставить лайк под этим видео в группе ВКонтакте. И тогда, возможно, именно вы получите большой привет в следующем ролике. Ну а на сегодня, ребята, у нас все. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. С вами был Денчик Фломастеров. И как всегда, ребята, всем футбол и пускай вам повезет. Всем пока!